Встреча началась с отчета заместителя начальника ГИБДД о состоянии безопасности дорожного движения и мерах по снижению аварийности. По сравнению с прошлым годом, количество ДТП сократилось, что говорит о качестве работы правоохранительных органов, регулярно проводящих рейдовые мероприятия. Особое внимание при этом уделяется профилактике детского травматизма. Я обращаюсь здесь к водителям, кто перевозит своих внуков, кто перевозит своих детей в возрасте до 14 лет, до 12 лет, значит, использовать детские удерживающие устройства. Планируемые начисления на капитальный ремонт многоквартирных домов вызывают у жителей много вопросов. Градоначальник объяснил, что причин беспокойства здесь нет, ведь гарантом проведения ремонтных работ является не частная фирма, а государство. Региональный оператор – это та структура, которая создана администрацией Краснодарского края. Соответственно, та структура, которая сегодня по закону и по всем моментам, которые законодательно определены, отвечает во всех правовых полях. Это администрация Краснодарского края, гарант этой организации. Далее местный участковый Денис Евтушенко отчитался о мероприятиях по обеспечению порядка на территории микрорайона. Сами жители работой участкового довольны, ведь со своими задачами он полностью справляется. Но, к сожалению, встречаются ситуации, в которых нарушитель не может быть наказан в полной мере. Есть проблема, это заезда транспортных средств на детские площадки. С водителями в данный момент, пока не вступили вот эти поправки по ЖКК, не вступили в силу, проводятся только разъяснительные беседы. Глава города порекомендовал отделу ГИБДД взаимодействовать с участковыми относительно подобных нарушений. В заключении встречи Андрей Харченко традиционно пообщался с жителями, имеющими личные вопросы. Ирина Бачула, Евгений Холманских, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».